По состоянию на конец октября участие во всероссийской переписи населения приняло уже около 64 миллионов человек. Из них примерно 17 миллионов ответили на вопросы с помощью портала госуслуг. Жители Одинцовского округа также активно заполняют переписные листы в режиме онлайн. Глава муниципалитета Андрей Иванов отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции возможность удаленного участия в переписи населения очень важна, поскольку исключает риск заражения.